Игорь давит отсюда стену. Никита прикладывает. Выдавит стену. Растерла ее. Ее и так видно, что по прямой смотреть. Вот она, видишь, выдавил. Гнилые столбы были. Скажи ему пониже, она вырвется сейчас. Понятно, что нужно делать. Давить. И хорошо. А там убирает. Батюшкин дом. А тут храм. Там пылят, убирают территорию. Тут звонят с кургана насчет книг. Тут из района приезжает комиссия. Только депутаты были. Вот батюшка наш, священник. Вот он работает на машине, подготавливает все зерно, где насыпать все будет. И попутно пасет овечек. С тарелкой не ходит у нас по храму. Ни разу. За 20 с лишним лет ни одной тарелки не было. Нету. Не положено. Ни за крещение, ни за что у нас деньги не берутся. Десятина. Святая, божественная десятина. Все оправдывает. Ну и батюшка сам держит хозяйство, колоста овец. Матушка агроном тут с институтом сотрудничает. Семена, что ли, тут все такое. Сейчас надо посмотреть, что они делают с той стороны. Васечка, видать, израсходовал свой нож. Ну и что там у вас? Я толкушку хочу еще сделать. Сильнее заталкивать, знаешь, железку, которую давал Игорь-то. Принесли ее? Тоже не принесли. Ну, железная толкушка маленькая. На полпути все брошено. Это еще плиты остались 4 с того времени, когда начинали с этой батюшкиной усадьбы.
Там дальше овечки мне будут дать. Теренки всем барабашом. Вот такой день, четверг сегодня, 17 августа 2017 года, четверг. Вот так. Столько техники. Это просто необходимо. Сейчас он будет его укладывать, потом здесь добить окончательно, из одного сделать два. Опасники нужны. Техника. Там он потеряет, и видно, люди стоят. Вот уложили, подложили пень. Вот он надломенный. Теперь надо его переломить на две, потому что не так и высоко. Столбы-то тут внутренние. Да? Ну ты прям к ней будешь, да? Нет, где в том году была, Кусь. Ну смотри, чтобы хватило, неизвестно, когда мы будем подрабатывать сегодня. Чтобы еще на пару хода хватило. Хватит. Хватит? Пасынки советских времен умели делать.
плиту скрывал. Я плиту эту верхнюю тоже скрывал. Вот чтобы добраться этих шариков, я плиту скрывал, понял? Что это грабли возьмут? Грабли? Да. Что ты делаешь? Столбы сгнили в складе. Подпираю. Все, как и не бывало. Начальство ждет. Пасынок нашли прям в дверях. Когда-то в советское время, видно, стояло, его сломили, засыпалось все. Его вырвать надо. Не стоит? Ну а как сделать-то? Я не против. Надо отрубать только поглубже. Тебе сюда провод-то не дотянуть же. Обрезать надо, сразу это сделать. Арматуру поглубже освободите, чтобы он обрезал это, в земле, не торчали эти. Иначе будет прорывать. И он тут тоже, который в землю уходит, это тот. Аккуратно лопатой не бейте. Так, вот подгребатель. Там надо и другую с другой стороны арматуру освободить каким-то образом. Он сейчас придет сюда. О, кто тут бегает, а? Назарий бегает. На собрание собрались. Ждут района начальства. Речь идет о школе, быть или не быть в школе. Еще точнее узнаю, но там непосредственно прямо, ну, да, через дорогу дома, дорога и следом поля. У них-то нету никаких там 3 километров Европа, Америка. Не, ну... У них там прям все рядышком. И все так же работает.
пониже как можно, чтобы не торчали. Убирайте его к забору, он так к березе пока отнести или куда? Володя, скорее лопатой закидать.